Всем привет! Вот очередное видео по 29-му ТЭПу. Как вы видите, дизельное помещение наконец-то покрашено. Все сверкает. Пройдемся немножко по дизельному. Вот главный генератор, для тех, кто не знает. Огромный. Там частенько мне в комментариях пишут, что объясняете там, что находится в дизельном. Это стартер-генератор. Такой электродвигатель, который, с помощью которого запускается дизель, работает как стартер. А после запуска работает как генератор вспомогательный. Заряжает батареи, питает другие потребители. А рядышком с ним стоит возбудитель. Вот такой поменьше электромотор тоже, который возбуждает обмотку в главном генераторе. Там дальше редуктор, откуда получают вращение эти электромашины. Ну вот и сам дизель. Все покрашено светло-серой красочкой, красиво, но на крыше еще даже бумага не снята после покраски. Так, конечно, получилось светленько все, красиво. Даже не знаю, как мы тут будем работать, если что-то придется ремонтировать, если придется. Даже страшно куда-то наступить. Это ж красота. Красотища. Очень красиво. Даже непривычно немножко. Как-то мы привыкли уже, что все серое. Ну, тепловоз в цеху находится. Конечно, если был бы на улице, здесь было бы еще светлее. Но и сейчас неплохо. Здесь вот находится масляный фильтр тонкой очистки масла. Система подогрева свежевыкрашенная. Теперь унитаз поставили повыше. Тут еще вот недокрашено. Ведерко стоит с краской. Так, темновато, наверное. Хотел раковину показать. Из нержавейки. Вся система переделана. Мне кажется, немножко поудобнее будет и руки мыть, чем раньше было стандартное все это. Унитаз там где-то был в полу спрятан. Конечно, не дело. Ну вот фильтра грубой очистки масла дизеля. Два стакана такие. Здесь вот находится редуктор гидростатики. К нему присоединены там два гидронасоса. Система охлаждения дизеля. Карданный вал с этим кожухом спрятан. Вот здесь турбина находится. Все тоже чистенькое такое.
цветы странный дизель. Непривычно, говорю еще раз, очень непривычно. Просто красота. Полностью тут еще не закончено. Тут еще будет кое-что подкрашивать. Тоже бумагу вот с крыши снимать. Вот два центробежных фильтра. Рядышком стоят. Что-то я зацепился где-то. Регулятор числа оборотов. Горчево сокращенно. Вот такой краткий обзорчик. Тут еще есть CVS. Такой большой вентилятор, который отвечает за охлаждение всех тяговых электродвигателей. Частично тут высоковольтные камеры. Так, ну и, наверное, пройдемся еще в одну кабину. Но, к сожалению, кабина у нас не закончена еще. Я хотел показать, когда это все готово будет. Но не получается. Частично здесь уже что-то собрано. Немножко покрасивее, чем было. Ну, тумблеры все новенькие. Кабинка так уже покрашена. Но еще тейп не отклеен. Еще не закончено. Еще вот пленка даже. Там под ней будет чистое-чистое стекло. Вот еще нет контроллера даже. Тут многие спрашивают и по сей день спрашивают, зачем тепловоза руль. Вот еще раз говорю, здесь будет не руль стоять, а контроллер, которым, при помощи которого машинист набирает позиции с 1 до 15 и назад. То есть увеличивает нагрузку. Вот, кабина, к сожалению, не закончена. Здесь такая небольшая модернизация у нас происходит. Тепловоз будет переделан под управление в одно лицо. Вот так, в общем-то, все симпатичненько. Тут без света, наверное, даже лучше. Надписи, имею в виду. Ну все цивильненько, красиво. Потом сниму, когда это, конечно, будет уже полностью готово все. Это будет намного красивее. Окна, конечно, тут уже немножко пылью покрылись. Все это помоется. И все будет красиво. Ну вот так на сегодняшний день выглядит дизель, конечно. Красиво. Не знаю, как вам, мне очень нравится. С такой техникой приятно работать будет. Если где-то какая-то течь будет, уже мимо не пройдешь, надо обязательно устранить будет.
У нас сегодня короткий день, завтра выходной. Иванов день. 3 дня будем отдыхать. Вот высоковольтная камера. Немножко темновато. Ну, вот с этой стороны. Ну, снаружи уже наклеили трафареты. Я, наверное, сейчас это тоже покажу. Смотрим такой общий вид. Ну вот и трафареты. Все уже готово, наклеено. Все подкрашено. Колесные пары тоже беленькие. Даже не узнать, что когда-то он был другого цвета. Вот он какой красавчик. Чтобы вы не сомневались, что это какой-то другой тепловоз. 0229. И на кабине тоже вот. Трафарет. Потом еще будут мелкие по кузову. Но это, наверное, уже после отпуска. Мне осталось отработать 4 денечка. И еду в Россию отдыхать. Ловить рыбку. Ну, там сниму что-нибудь интересное. Ну, а это вот до отпуска, ну, может быть, наверное, последнее видео так. Особо снимать больше нечего у нас. Ну, посмотрим. На этом буду заканчивать. Наверное, это еще не последняя часть про 29-й ТЭП. Будет, наверное, когда он будет полностью готов. Потом поездка. Не знаю, которую поездку я сниму по счету. Ну, в общем, несколько штук, я думаю, еще будет. Ладно, всем пока.